Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня мы с вами работаем в очень интересном формате видео. Я приглашаю вас отправиться со мной в приключение, в котором мы постараемся с вами потратить 600 калорий как можно интенсивнее, как можно быстрее, потому что 600 калорий, ребята, это калории, которые мы с вами получим, если скушаем потрясающий абсолютно бургер, сэндвич, как хотите его называйте, который называется Big Mac. Вот эта таблица официальной калорийности 570 калорий, 563, если быть точным, калорий в одном сэндвиче-бургере. И, ребята, Big Mac, на мой взгляд, это олицетворение Макдональдса. Посмотрите на него, посмотрите, посмотрите, какой красавчик. Просто хочется взять и съесть. Это, конечно же, промо-фото. На самом деле, как он выглядит из упаковки, все мы знаем. Это примерно вот так. Я не могу сказать, что я призываю кого-то кушать вот этот фастфуд. Наоборот, ребят, видео этого формата я делаю для того, чтобы как раз показать, какое количество огромной энергии скрывается в таких тривиальных вещах, как обычный бигтейст. И вы знаете, ребят, что никто одним бигтейстом не ограничен. Там и картошечка идет, там и три раза глотнул кока-колы, оп, уже 50 калорий. То есть сейчас мы с вами постараемся отработать в режиме высокоинтенсивной интервальной нагрузки с средним пульсом, ну, 150-160, постараемся отработать какое-то количество этих калорий, 570. Посмотрим, насколько меня хватит, потому что это реально, ну, прям, ну, это часовая, наверное, будет не просто тренировка, это будет часовое жесткое сжигание. Ребята, высокоинтенсивная интервальная нагрузка подразумевает пики пульса до 99% максимума, а затем откат назад до 70-75% максимума. Мой пик на данный момент это где-то 195. Я не буду уходить прям вот в такой пик-пик, а буду стараться где-то 185 максимум держать и не опускаться ниже 140. Наверное, вот вот эту вилку мы постараемся с вами держать и посмотрим, за сколько мы сожжем один Big Mac. Я буду целиться в цифру 600 калорий как ориентир, потому что один Big Mac мы с вами уже узнали, это 570 плюс, ну, по-любому мы лизнем где-то кока-колки там рядышком, однозначно без этого никак не получится. То есть 600 калорий, посмотрим, за сколько мне удастся их потратить, при условии, что вы же знаете, насколько быстро эти 600 калорий съедаются. Тем временем мы с вами в центре Праги прорываемся в сторону зала и будем сейчас сжигать. Наша задача иметь примерно следующий рейт, скорость расхода наших калорий. Это ориентир в 10 калорий в минуту. То есть, если я буду в состоянии поддерживать скорость расхода более чем 10 калорий в минуту, это будет лайк. А тем временем нам надо запарковаться. Без монетки никак. Давай, давай. Давай, час, евро 60. Я же говорил, в Праге может идти снег. Мне говорили, в Праге не бывает снега. Посмотрите, ребят, видимость метров 150, наверное. Моментально началась какая-то дичайшая абсолютно метель. Но это нас не останавливает. Мы идем в зал, мы будем сейчас активно сжигать жир. И мы будем активно сжигать наш воображаемый Big Mac. Надеюсь, у вас он тоже будет воображаемый. Но на самом деле оливешка и шуба невоображаемая. Поехали сжигать. Ну все. Мы в зале. Народу сегодня прилично. Первое упражнение, с которого мы начинаем, это бег на вот этой подруге. Угол максимальный, 15 градусов, скорость 15-20 километров в час, пока не отвалятся легкие. Шучу-шучу, на самом деле здесь мы просто поднимем пульс где-то до 190. Тем временем тренировка у нас в полном разгаре. 174, ребята, 174, и потратили мы уже 20 активных калорий за минуту 40. Подождите, мы сейчас перевыполняем наш план, 10 калорий за минуту. Людей у нас сегодня просто, ну, отлично, на самом деле, все с 1 января начинают тренироваться. Так, сейчас у нас был бег, следом за ним идет небольшая работа разогревочная на пресс, подъемы ног в висе. Перед собой стараемся ногами ноги закинуть как можно выше. И работаем дальше.
Немножечко грибного тренажера и сказка сразу. 178. Так, у нас 165. Отдохнул, и теперь начинается настоящая работа. Бег, грибной тренажер и складочка в прессе. Это отдых и разминочка. На нее у нас ушло аж 127 калорий. А сейчас начинаем гирями и гантелями. Вот же они, 2 по 24. Ну, для начала будем работать одновременно. Тем временем наш пульс 156, 152 калории, 11 минут. Отлично, отдохнул, пора фигачить. После гирек 173. Красота. Пьем немножечко. Это фишка высококондиционной интервальной тренировки в том, что вы, выполняя упражнения с небольшим на самом деле весом, тратите огромное количество калорий с поправкой на временной и интенсивный отрезок. То есть да, можно поднять гирю больше, чем 24, 48, например. Но здесь главная задача в количестве, естественно, техническое правильное выполнение повторений. Все. Но главное это отжечь Биг Мак, правильно? Отдых закончился, 163 пульс. Продолжаем работать с гирями. Мультисоставные, супер сложные упражнения для всего тела. Помните, нам нужно тратить как можно больше калорий в одном отдельно взятом движении. Поехали, глубокие приседания с рывками. Зараза, 176, красота, 179, почему бы и нет, зато результат, 17 минут, 227 калорий, отлично, почти первую котлету отработали. Второй подход на гирях есть. 290, почти 300 калорий, 21 минута. Мы опережаем график. Вот парочка выходов, 174 сразу пульс. Но, вот на эту красоту, 350 калорий. Просто класс, у нас средний, отличный выходит пульс. Работаем дальше. Еще одна очень важная вещь, которую вы должны учитывать, если вы упали лицом в Биг Мак или в Тейсти, или в Биг Тейсти, или в селедку под шубой. Неважно, какая у вас тренировка, сидеть нельзя. Нужно постоянно фигачить, ходить. То есть между подходами я, в принципе, вы видите, я не сижу. Только когда 190, ближе туда, там можно пару минут посидеть. Стараемся ходить. А кто здесь у нас? Смотрите на эту красавицу. 32 килограмма. Сейчас мы с ней будем. Будем сейчас с ней заниматься. Поехали, махи одной рукой поочередно. Хорошая. Так, еще один подходик, раз 8 поочередно. Сто семьдесят, гири решают. Так, сейчас. Часть пресса должна быть очень сильной. Нам нужны, значит, подъемы складочки полной наверх, как вначале мы делали. Еще нам нужно дворнички сделать, попроворачивать ноги в висе. В общем, сейчас нужно хорошенечко потрудиться на перекладине для пресса. Ай, пресс, красавчик! 155. Отлично. А суммарно уже 517. Мы потихонечку доедаем. Доедаем Биг Мак и перейдем скоро на Кока-Колу. А сейчас у нас будет очень оригинальное движение. Его можно делать гирями, но я буду делать его гантелечкой на 22,5. Уверен, такого движения вы еще не видели. Обалденно включается все вообще. Ну и, конечно, ягодицы.
куда без них. Так, я начинаю его с пульсом 140, отдохнувший, 580 калорий. Посмотрим, где мы будем по окончанию. Твою мать, 177, не то чтобы много, но просто комплекс от движения. Вообще в идеале еще и вставать с выпада. Фу. Так, как говорил, не сидеть. Пошли, хватит. Наш инвентарь, финалочка на дорожке, как начинали. Угол 15, скорость 10, 15, сколько есть. Нужно 200 метров в максимальном углу с максимальной скоростью сделать. Все, на дорожке последние 200 метров. Теперь смотрим, что у нас получилось. Опа! 677-78 активный, то есть сама тренировка сожгла. И общих вместе с базовым метаболизмом 762. Красота, ровно 50 минут. Заканчиваем и смотрим финальную статистику. Что у нас получилось? Просто красота. У нас получилась следующая статистика. Смотрим, 50 минут. Сама тренировка сожгла 682 калории. Суммарно с базовым метаболизмом 765, средний пульс 159. Нижний предел был 120, а верхний 179. То есть сердечко держит отлично, хорошо. Мы сожгли Big Tasty, точнее, а как его, Big Mac. Мы сожгли с вами Coca-Cola. И еще у соседа слева немножечко картошки фри подоскали. Рыдаем мы. Смысл этой тренировки не рассказать вам, потому что Макдональдс это плохо или что нужно прям чисто питаться. Я хочу сказать, что вы даже не задумываете, да и на самом деле любой человек порой не задумывается о том, какое количество энергии скрывается в том или ином продукте. Это даже могут быть вот такие красные маленькие конфетки, красный мак называется, или белочка. В общем, в маленьких конфетках, в одной конфетке 50 калорий, ребят. Ты же съедаешь конфетку, и тебе нужно бежать 400 метров, в угол 15 со скоростью 20, чтобы ее отработать. Будьте здоровы, я вам желаю огромных успехов в новом году. Или если вы сейчас это видео смотрите, уже не Новый год. Будьте здоровы, относитесь внимательно к своей еде. Как всегда, прошу вас поддержать это видео пальцем наверх. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Информация о моих марафонах, которые стартуют каждые 5 недель, ближайшие 13 января, ребята, в описании под этим видео. Мощнейший проект 21-дневный, где мы не только тренируемся, где мы готовим и работаем с массой вопросов. Ну и, конечно же, мой инстаграм, где постоянно движуха, тоже под этим видео. Благодарю вас за внимание. Я пошел в душ. Всем хорошего дня. И еще одно маленькое уточнение. Ребята, сейчас 5-10. Естественно, вся тренировка проходит на голодный желудок. Никакой еды, никаких катаболизмов, никаких упадков сил. Прекрасно себя чувствую. Я готов еще калорий 400 отпахать, но надо ехать уже к детям, к семье. Поэтому не бойтесь катаболизма, если вам будут говорить, что... Ой, не позавтракаешь, сил не будет. Можете видеть эту тренировку, сил более чем достаточно. Все, я вас обнимаю, тренируйтесь и будьте здоровы.